Интернет. Ты мне пишешь в интернете о кино и о балете, чем твои болеют дети, что готовишь на обед, про ближайшие задачи и про яблоки на даче, и что надо бы иначе, да вот денег лишних нет. Ты мне пишешь очень длинно про Кавказ и Украину, про Обаму и машину, что чинить ее нет сил, что меняли блок оконный, что страдает твой законный, что тебя один знакомый на свидание пригласил. Ты мне пишешь очень часто, что ты вовсе не несчастна, что ты просто безучастна к ренделям своей судьбы, и не мучаясь напрасно, как ты выглядишь прекрасно, как живешь свободно, классно, без оков большой любви. Ощущаю скрытый смысл этих слов, как томит желание счастья, как мечтаешь быть во власти, как болят твои запястья без любви.